противника. Прием! Сто девяносто восемь. Мне интересно, блин, понять, ну, у всех такое, блин, или же у меня что-то, блин, с этим, с интернетом. Просто вот, блин, интересно. Кто-то, вот, блядь, из наших бы зашел, проверил бы, если есть возможность. Парни, вот то, что на сайте написано 8:00 по ихнему времени, это сколько у нас-то вообще? По-нашему, это сколько времени? Прошло уже или же и нет? Или же это они перезапустили сервера, у нас стало, блядь, 200. Просто надо удалять нахрен все игры. Сидеть в футбол в офлайн, нахрен, играть. Зажим, блядь! О, да. Да не, с таким стримом я не знаю, блядь. Тут так-то я говорю, блядь, писец, беда нахрен. А еще, блин, с этим стримом, блядь, вернее, с этим пингом. Я не знаю, как уже играть. Парни. Вот я говорю, блядь, ты его видишь быстрее нахрен, он тебя перестреливает. Я понимаю, что с ФАМАСа, блядь, но ты его быстрее видишь нахрен. Поэтому я говорю, пинг не игра, с таким пингом, блядь, вообще не играбельно ни хрена. Это говно, блядь, получается. Собирай свои медикаменты! Какая какашка, блядь, получается. Вы видали это? Слава богу, хоть, блядь, более-менее, хоть немножко, блядь, идет урон. Ребят, я так и не понял, блин, это только у меня, блин, этот с интернетом беда, блин, или это уже у всех, блин?
Пинг так возрос. Просто не могу понять их. Может кто конкретно мне сказать? Отлично. Бля, ебать нахуй, я сейчас 200 пингом 18.3, блядь, иду. Значит, я не зря, блядь, я подумал, что было, блин, 85, блядь, у меня нахуй на серваке. Еще вот этот сиал, блядь, это скорее всего, блядь, эти китайцы, блядь, или кто они там, японцы, блин. Надо или ждать нахрен этих, чтоб серваки нахрен перезапускали, блядь, или я не знаю. Как хорошо-то, блядь, срандомил я, блядь. Давай, Дим. Смотри, вот моя птичка, подбери. Я понял, значит эти уроды опять нам санкции что ли вводят, блядь. Или же у них пукан бомбануло, блядь, что русские игроки, блядь, им пщи, блядь, надавали. Снова, блядь. Давайте, блядище. А, видали, а у них за ушаком, блядь, все заебись, нахуй. Держи свою аптечку, чувак! Давайте, парни, осталось всего 5! Стойте вы всех! Да, трое, парни, добьем их! Это не мой, его автомат. Еще один где-то бегает, найди его! Надо назвать наш, блядь, видос нахрен на YouTube закинуть, блядь. Игра, блядь, с пингом 200, блядь. Сиал, откуда вы? Один ноль два. Итальяшки. Итальяшки. О!
О, я сейчас у мистера, блин, спрошу. Кстати, сейчас сыграем, сколько у него пинг на. А, я мистеру, блядь, отписал. Сейчас посмотрим, сколько у него, блядь, будет. Какой пинг норма, блин? У всех, блин, это, блин, не только это. Вон говорят, что у всех, блядь, по 200. Фир, тут не в этом дело. Тут вообще в серваках. Да, преимущество за нами. Тут понимаешь, что тут идет потеря пакетов, тут все в самих серваках дело, блядь. Понимаешь? Это не из-за того, что какой-то большой пинг на Европе, блядь, он, блядь, взлетел, просто взлетел, ни с того, ни с сего. На всех серваках. 190, блядь, здорово. 190, 200, блядь, 190, 200, нахуй. Ебашит нахуй. Хуйню. Я Ефик. Давай-ка я тебя починю. Бля, такое ощущение, что... Согласен. С руками, блядь, по-моему. Да нет, почему? Я тебе скажу, что это не... Почему мы думаем, блядь, все тут под себя? Я понял, блядь, что я заплатил такие же бабки, блядь, как они, нахуй. Но... Ну, они под наш интернет, нахуй, не будут, блядь, подстраиваться. По-любому. Я тебе говорю, Россия, блядь, идет нахуй, по-моему, даже в сотку, блядь, по качеству интернета не входит. В сотку по качеству интернета. Самая большая страна, блядь, в мире нахуй, блядь, не имеет, блядь, нормального интернета. О чем тут, блядь, разговаривать нахуй вообще? Патроны кончились нахуй. Можешь у этого ублюдка, бля, подобрать? Понятно?
ребят, каждому свое. Кто-то быстро учится, кто-то, блядь, играя год, до сих пор, блядь, не умеет на нем играть. Все от качества рук зависит. Блядь, что-то мы... Что-то как-то, блядь, мы гнем нахуй вообще. Ёб твою мать, блядь! Твою богу душу мать, блядь! Ребят, я, если честно, не понял вопроса, блядь. О, мистер, блядь, я написал, сейчас посмотрим, сколько у него, блядь. А у меня показало, как будто он один этот дал. А он из-за пинга взял нахрен, блядь, это. Ребят, вообще ничего не менял. Перезапустил просто, блядь. Уй. Это может, я говорил, может из-за пинга, из-за всех этих, блядь, прибамбасов нахуй. У мистера, короче, 94, блядь, пинг, нахуй, но у него потери пакетов, нахуй, блядь, 66. Значит, это у меня, блядь, что-то, нахуй. А, во, и у меня пошла потеря пакетов, 0.66. Вы видали, нахуй? И мы, я еще как-то играем, блядь, с этим. Самое интересное, блин, пинг под 200, ну вот задержка 200, а урон идет нормально. Задержка 85,
и стреляешь как будто в стену в игрока. Чего они там мутят, блин, с этими серваками? Я просто не понимаю. Триггер, блин, ну я не знаю, ну... Завалили первого ублюдка. Работаем с остальными. Вот медпакет, возьми. Куда побежал, блядь? Алёша. Я не знаю, я это связываю вот с этими, блядь, сейчас ихними перезапусками серверов, блядь, там, все в этом роде. Будем надеяться. Если же нет... Отлично, мы впереди. Если же нет, то тогда, блядь, все, можно, блядь, про шутеры забывать нас. По крайней мере, вот, про батлу, блядь. Не знаю, как в Call of Duty будет. Уйди, братан! Эти демоны, блядь, бегут. Хотят, блядь, дойти до царского тела, блядь. Хотят вкусить царского тела. Твою мать, блядь. Я говорю, я даже он не вижу нихуя, как он стреляет, блядь. Я говорю, это из-за потери пакетов, нахуй. Вот, 198. Смех, смех. Он мой, блядь. Ребят, никого нету, блядь. Где они все сидят-то? Вражеский солдат к северу от вас.
Да-да-да-да-да-да-да. Не попал ты мне нихуя. Да ёб твою мать, блядь, топталку, блядь, хуево! Твою мать! Мистер что-то мне писал там. Так я ещё... Так самое интересное, блядь... Мистер, если ты на стриме, блядь, я тебе скажу, блядь, он зато идёт, блядь. Как будто, блядь, я... Ребятки, блядь. Откуда вылазит, блядь, из этих нахуй? Из катакомб. Псины. Бля, вот интересно их так, такие условия поставить. Как они сыграют, блядь? Эти бледищи. Иноземные. Вот медпакет, возьми! А мы вот так вот, блядь, их будем, даже с такой задержкой. Я говорю, хуй с ней, пускай будет такая задержка, блядь, парни. Я ее даже смотреть не буду, пускай урон будет пиздатым. Пускай будет урон пиздатым. Я его даже, говорю, я его даже смотреть не буду, блядь. Пускай вот так вот будет, и все, и, блядь, больше мне нихуя не надо, блядь. Пожалуйста. Обязательно ебло, блядь, появится. Вот она. На нахуй. Гнилье ебаное. 12 левел уже, блядь, разобрался, что надо дробовик взять, блядь. Пес, блядь. Да ёб твою мать, я его даже не увидел, нахуй. О, правильно, блядь, сказал. Вот, суки, отовсюду стреляют. Иди отсюда, мы тебя вот так вот, гуд-геймер, блядь. Вот с этим гуд-геймером, блядь, уже играю не один раз, нахуй. Он вообще, блядь, без дробовика, нахуй. Не знаю, своей жизни не представляет. На, деятель. Лечись. Бля, ведь был же нах.
Я тебе говорю, в Европе, нахуй, по-любому, нафиг, интернет лучше, нахуй. У них пинг ниже, блядь. А пинг, блядь, в интернет-играх, это, блядь, все. У тебя может, блядь, скорость интернета быть, нахуй, 2 мегабита, нахуй, всего лишь, блин. Даже, блядь, по воздуху, по Wi-Fi, блин. Но у тебя пинг будет, блядь, 10, нахуй. А у меня вот, к примеру, бля, у меня сотка, блядь, интернет, нахрен. У меня плойка выдает 86, нахрен. Что на этот, как его, что на прием, что на отдачу, бля. Вот и подумай, кто из нас, нахуй, лучше, блядь, будет, нахрен. Он, понимаешь, он даже видеть меня раньше будет. На доли секунды он меня будет раньше видеть. И если человек, нахуй, не совсем, блядь, рак полный, нахуй, конченый, то в любом случае он тебя разберет. На три пульки, нахуй, он всегда быстрее тебя, нахуй, тебя, ну, быстрее пустит. Он 10 левел, блядь, уже с дробашом, нахуй. Все нормально, нахуй. Син знает уже, блядь, что... Заебал, нахуй, ёб твоя, пёс ёбаный. Стреляю, стреляю, блядь, как в стену, ёбаный в рот, блядь. Вот, а ты говоришь, блядь. Пинг, блядь. Вот тебе, пожалуйста. Видел, да, прицел? На нем, блядь, был прям. В итоге, нахуй, только 70. А я стрелял туда, где его фактически уже не было, блядь. Да видел я ее, пидорас, блядь, ты. Он на псина, блядь. Взять, нахуй, дробовик, блядь, обставиться клейморами, блядь, и все. Успех, нахуй, обеспечен, блядь. Отсюда. Че они там все взрывают-то, блядь, а?
Блядь, взрывают нахуй. Блять, мистер, блять, забываю я, ща возьму нахуй. Сейчас я возьму дефибрилятор, блять, я уж какой раз нахуй, блять, пытаюсь нахуй, никак их не возьму. Ебало, блядь. Слышай, шайтан тупой, блядь. Я слышал, пёс. Блядь, где-то стрелял, а где, не пойму. Там в щи, блядь, прилетело. Ну я хер его знает, может быть. Вот по мне сейчас не идет урон, скажи мне, с 200 пингом. Если по мне не шел бы урон, он бы не шел. Да не, ну я согласен.
тут заходишь сначала, у тебя, блин, задержка, блин, 90. Раз через какое-то время опять проверяешь, блин, у тебя уже, блин, 115. С чем это связано? А прыгающий пинг, это, блин, это хуже сраной жопы. Лучше пускай он будет стабильный, нафиг, там, определенный, но прыгать не будет, скакать. Чем вот так. То показывает потери пакетов, то не показывает. У мистера он вообще, блин, он уже какой раз, блин, играет и с потерей пакетов. Так я тебе про что и говорю, я сам удивляюсь, блин. У меня до этого сейчас, блин, было меньше пинг, нафиг, вот этот вот, блин, и хуже все шло. Ну вот ребята, кто давно, блин, сидят, смотрят, но не дадут соврать. Тебя просто не видно было нифига, блин. Вон он, видали, аж улетел тут. Аж улетел туда. Просто сквозь меня, блядь, прошел, но улетел туда. Все равно я тебе скажу, это ненормально. Блин, напомните мне, блин, взять дефибриллятор. Иначе я, блин, я бегу всегда нахуй. Враж. Спасибо, ребят. Взять дефибриллятор. Мистер, надо поднимать. Мистер, надо поднимать. Еще вот какая беда, бля. Постоянно попадание в бошку. Ты и так, блядь, их перестрелять, блядь, сука, не можешь. Зато...
Да ёпта, блядь! Ебало, вот, вот над таким вот надо вот так вот, блядь. Сука, до сотого левела, блядь, докачался нахуй, нихуя, блядь, не может. Скотина. То же самое, так же. О, видали, висит сколько, блин, этот потерь пакета. Она постолько долго не висела вообще. Ну покажет и все раз. Сейчас висит. Здорово. Здесь где-то псина сидела. Уже не сидит. Я, блядь. Я просто иной раз, ребят, поражаюсь нафиг. Ну не жаль, до 124 левела докачаться, блядь, и вот не понять, как стреляет оружие вообще. Блять, забыл! Бля, убейте его! Аллилуйя! Привет, Ром! Ромик, у тебя сколько пинг сейчас? Ну, то есть задержка. Смотри, пожалуйста, если ты в игре. Ради прикола. Я просто буду, я говорю, я просто хочу понять, только у меня это или же нет. Парни, я сейчас прервусь, наверное, я покушаю, блин. Давай, пёс, нахуй. И... Нишан лайла, хуайде назо. Отлично. Вот я, скорее всего, я всё-таки надеюсь, нахуй, на лучшее. Выносим кадр.
вам! Я, мистер, настрелял, блин, 31. А зачем? А чё за ссылочка-то? Там же этот, как его? Вот, выходишь, когда заходишь, как тебе сказать, на сервера, и там вверху будет информация, по-моему. Даже с самой вот плойки. В игру заходишь, и там будет информация сверху, что перезапуск серверов консольных будет там 8 часов. Я же задавал, сколько 8 часов по ихнему, сколько по нашему. Информации, что перезапуск серверов, я не знаю, обновление серверное для PlayStation, вот для консольной версии Батлы, или же просто перезапуск серверов. Ну, просто так перезапускать их тоже я не вижу смысла. Наверняка какое-то там изменение, улучшение стабильности, еще что-то будет. По крайней мере, у меня такое понимание. Блять, снизу ебало полетело. Ну, 200, вообще 209. Сегодня вообще это что-то дикое наше. Мы играем с пингом 209, вернее, с задержкой. Видали, он даже не упал, нафиг. Собирай! Ром, ну ты видал, да? Зайчику не пошло, блин. Парни, уйдите, блядь! Мне самому сейчас будет пизда, нахуй. Блядь, а с пингом 206, нахуй, даже 208. Еще кого-то убиваю.
Ну, блядь, не упал, нахуй. Его, твою мать, блядь, он еще и не упал. Нет, ребят, на харде я не играю. Вообще не понимаю данный режим, блядь. Я говорю, я играл бы на харде с удовольствием бы, если бы там не сидели, блядь, по углам, нахрен. А они там все сидят, блядь. Поэтому... Это писец, ребят. С мистером, блядь, на двоих, нахуй. Двадцатку. Где эти Алёши? Привет, пиртаны. Здрасте. Ой-ой-ой. Улетай. Блядь. Блядь, я толстожопый, я не пролазю. Слышу, блядь, этого псину, но только он не побежал, блядь. Могу, говорю. Я просто я в наушниках, а в наушниках кажется, что ты тихо разговариваешь. Тем более я парень эмоциональный. Держи свою аптечку, чувак! Помогли немножко. Ты сколько ж вас там? Давайте, ребятки. Все ко мне. Твою мать. Ебаные, блядь, только клейморы, блядь, еще один поставил.
Как же эти альбертики, блядь, достали нахуй со своими клеймурами. Я говорю, у меня боты то ничего не говорят, а то не останавливаясь трещат. Смотри, вот твоя аптечка, подбери! А, обновили уже, блин, 10.47. Ну, это совсем беда. Если их обновили уже. И никого. Это пиздец. Отлично! Двое осталось! Выносим их! Вот, аптечка, Валя. Хрен его знает, я насчет этого, блин, даже не заморачивался. От чего зависит там? Шкала, перка, не знаю. Я вообще в этой игре ни хрена не знаю, блин. Пинг 90, блин, стреляешь в игрока, как будто перед ним стена каменная, блин. Вся обойма уходит, он еще упрыгивает, разбирает тебя, и ты смотришь, что ты ему только, блин, 60 хп снял. И сейчас он, блин, 210 пинг, и урон идет, как будто я, блин, с ними на сервере, блин, нахожусь, рядом с ними, через стенку. Наверное, да, сами не могут это объяснить. Вот это вот смех. Так, один враг уничтожен. Давайте найдем остальных.
это? Что это, парни? Держи свою аптечку, чувак! Ой! Пес подкрался! Ты к нам заходи. Татарин, здорово. У тебя пинг не возрос случайно, блин? Задержка. Я говорю, у меня на данный момент сейчас 210. Меня за всю игру, блин. О, вот он, это пинг. Меня за всю игру зарезали, дай бог, если раз 10, наверное. Большое спасибо. Петьку, бойца ранило! Поэтому, блядь. Обидно, да? Вблизи капитально идет перестрел. Твоя аптечка у меня! Да, 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 Жай. Я вроде тихо говорю. Убейте вы их, а, и этого уже, блин, он и так подранок, блин. Пши. Вот аптечка. Все нормально, парень. О, понятно. Нашего, посмотрите, на картонах, блядь, двигается. Кстати, он даже сидит, он даже сидя за углом, и то сдох. Ой, блядь. Понятно? Третий.
чё, гадя хреново, потерялась? Ну, бывает. И далее еще и потери пакетов. 184, еще и потери пакетов, блядь. Ну ладно, мы сегодня помучаемся, блядь. Этих псов, блядь, и так поиграем. Повалим. Русские, блядь, как не сдавались, так и не будут сдаваться. А у них пару пулек. Вон они побежали, Алёша. Твари, блядь. Видели, вот этот вот пёс стоит сверху, стреляет. Вот это вот, да. А мой наверху. Нет, что, блядь, это блядище нахрен, хотя бы на карту посмотрела бы и поняла, блядь, что это, что они сверху. Ебло, блядь, тупицы, блядь. Еще пять! Красавчик. Выносите их! Трое, парни, всего трое! Уделаем их! Прыгает, на 210, блин, потерь пакетов нет. Хренак, вот сейчас снизил, 186, блин. Пошли уже потерь пакет. Не знаю, блин, я говорю, не знаю, что с серваками или с моим интернетом. Потом резко был пинг 88, задержка была 85, 90 там, 97. Ой, Алёша негодует. Ну ты не переживай. Сейчас опять в бану идешь, значит, и снова будешь ребить свою тупую почту. Ни к чему ж. Отлично, мы впереди. Надо удержаться. Ну,
Хотя ладно, сиди, так уж и быть. Весели, весели народ. Блять, не докинул. Если еще раз что-нибудь напишешь, я тебя говорю, я тебя буду без... не прекращаясь, блядь, банить. Даже вот не переживай. Каждому сопливому чму, блядь, я даже и объяснять не буду, за что я отправил в банк. Если у вас даже мозгов, блядь, понять, за что забанили, нету. Вообще все печально, нахуй, тогда.
Да ладно, я на тебя вообще внимания не обращаю. Тост нахуй, иди да и все. И там... Иван останется Иваном, хоть наивнее ему диваном, ёпта. Ладно, с клоуном веселей. Ты только главное не плачь, девочка. А так все нормально будет. Я вам сейчас сергу дам модерку. Забанит. Так. Серег, выкинь его. Да я понял. Ты заебать только можешь себя, Сина. Как вы вот это не поймете? Вы можете только себя заебать. Вот и все. Вот объясни мне, как ты можешь что-то писать в чат и меня прям... Ты думаешь, я что, не смогу, блин, не обращать внимания на тебя в чате? Ты очень глубоко ошибаешься. Сейчас так забавно.
скалозавронах негодует. Они же все, блин, перед этим, как его, перед телевизорами, мониторами, на расстоянии. Как включают все это дело, блин, так сразу, блин, Федю Емельяненко, блин, превращаются, в плечах сразу, блядь, разрастаются нас. Сразу пушок над верхней губой, нахрен, у них исчезает, блядь. Щечки не такие пухленькие, блядь, становятся, нахрен. Какая же клевая вещь, нахрен, это подтверждение электронной почты, чтобы что-то написать, представляешь? Им бананку выписываешь нафиг, они снова ее регуют, нахрен. Бананку выписываешь, они ее снова регуют. Вообще не пойму, откуда война. Ну а чё, ты чё? Брат, ты чё лёг-то? Чем я себе могилу-то вырыл? Вот объясни мне. Вот дети вообще, бля, такие дети. Напиши, что хочешь, нахрен. Набивай мне посты, нахрен. Люди хоть будут видеть, нахрен, много этих сообщений. Будут на стрим заходить. Можно сказать, что я тебя на роль майбота, нахрен, нанял. Самое главное, чтобы ты знал, на какую роль. Хватай аптечку, пригодится.
Он говорит, что он петушиное дно. Окей, детка. Блять, там на пушку ему нахрен. Самое главное, чтоб ты заходил. Завтра обязательно зайди. Без таких клоунов, блин, фактически неинтересен, наверное, был бы чат. Как же вы меня радуете! Не, тебе уже бесполезно развиваться. Ты свою планку уже развития достиг до максимума. Она у тебя просто застопорилась.
Вот так и играем. Hey, 你衣箱来了，快拿去。 Тело на наушниках. Черт, мы потеряли преимущество. Ты的衣箱来了，快拿好。非常感谢啊，医生。 Я даже на нее не обращаю внимания. Где он там? Я медик. Давай-ка я тебя починю. Hey, 你衣箱来了，快拿去。 Отлично, мы впереди. Мало ли, псятин в игре.
твою мать, блядь. Да почему, ради бога, чё? Почему? Жми мемку, блин. Чё меня тянешь? Парни, вперед! Преимущество потеряно! Дай! Отлично! Мы на полпути, парни! Помогите, блядь! Убейте их всех! Снайпер противника с запада от вашей позиции! Мы рвем их, ребята! Так держать! Тихо. Тишина такая, блин. Как будто никто не стреляет. Потери пакетов бы, блядь, ушли бы нахрен, и был бы вообще шоколад мармеладный. Шумпи, шишини! Блять, аптечка ты где? Ёб твою мать, блять! Привет, Алехандро. Вот, видели? Вот он, дёрганый, дёрганый, блять, петух. Дергунки, дергунки. Привет, Алёша. Вот не доходит, не доходит, не доходит. Стреляешь вот, блядь, в открытую прям вот из-за этого, из-за потери пакетов нахрен, вот этот байдап одолевает. Поебалу получил. Блять, наши. Пиздец. Они у меня дергаются, блядь, все. У-у-у, смотрите. Браво. Браво, Дайс.
А так я дно. С таким интернетом, блядь, играть 3 к 1. Или сколько я там, блядь, играю? 2 к 1. Так держать, надо выбить еще пятерых. Отсюда, блядь. Понятно. Я говорю, резко, блядь, там было нормально все, а потом резко хлоп нахуй. И пинг 200, и плюс, блядь, еще и задержка такая. У мистера вообще, у меня вот 1.62 нафиг там задержка, у мистера вообще двушка. Как он 26.10 отыграл, я не знаю. Что они там творят, блин? Вас понял! Отлично! Завалили первого! Прием! Ну, первого, еще и второго. Держи свою аптечку, чувак! Сзади сейчас будут. Уже сзади пошли. Уйди. Классно, мы их трахаем, ребята. Так держать. Да ладно, при чем здесь свой сервак? Я говорю, серваки все, блин, соневские, блин, находятся в этом, как его. По-моему, в Голландии, блядь, и... Так что, блин, смысл, блин, брать сервак? Я говорю, даже если ты назовешь Only Moscow, он мне от этого не станет московским, понимаешь? Улучшений никаких. Улучшений есть. Уже на одну палку больше стало. Уже, как говорится, лучше. Меня прижали, меня снова.
искать, парни, блин. Это Алёша что-нибудь пишет, я просто, блин, в игнор отправил. Или же он до сих пор сидит там, блин. Теребонькает. Пишет, вижу, нахрен. Ну пусть пишет, пусть. Если сообщения идут, нафиг, а... Я не вижу, значит точно пишет. Шесть хп. Басов. Из рук не выпускает, блять, свою, блядь, говняную. Там сотка, наверное, больше. По-моему, сотка с лишним. Вон, у меня даже задом побежали уже, ребятки.
Рома, там внизу канала там есть ссылка на баталог, блин. Туда зайди ко мне, ну, и посмотри, сколько с каких стволов набито. Заходишь, нажимаешь статистику, блин, ну там все понятно и ясно. Не было его, блядь, сзади появился. Ну что это? Я говорю? Походу дела хана вообще, блядь. Интернету. Ну что это, вот, блядь? Весело. Я не знаю, как вот играть с такой байдой. Я говорю, ну ладно, там пинг высокий, хрен с ним. Но вот такая байда, это все уже. Это край.
Я ж зависаю, блин. Да я уже перезапускал, сколько можно-то его перезапускать. Там перезапускай, не перезапускай, это все. О, веселуха. Я говорю, меня еще даже откидывать начали назад. Ладно. Мы на полпути, парни. Они в полном дерьме. Да я сейчас закончу, когда играть на Киа. Я сделаю трассировку, блин. С компа зайду, пропингую, блин, до дорогу. О, видали? Отбрасывает. Как я играю с таким пингом еще? Ни хрена там положили. Я говорю, ни с того, ни с сего, просто, ну, сами, да, видели, днем более-менее нормально, там, заходил, 97 было, там, 92, 85 даже один раз, правда, блин, непонятно какой, блин, вообще, по непонятному, 85 показывал, блин, а
Урон хрен пойми как, блин, шел. И сейчас, блин. 200 пинг, блин. Красная... Красные палки эти. Задержки. Как-то убивается. Чудесная игра. А может быть, блядь, у меня чудесный провайдер.